Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик, даже не обзорчик, а открытие сундучков. И очередная лего у меня сегодня будет на аккаунте. Мне останется только один легендарный боец, чтобы докачать уже на максимум всех остальных. И, соответственно, надо добить бо в кубках, надо 3000 кубков, и у нас будут уже все. То есть на сегодня у меня будет уже 20. Как видите, у меня уже практически все десятки. Некоторых я просто не спешу качать. Уже бы прокачал и звездную силу получил. Но, к сожалению, пока я не получу бой, я не могу набирать эти осколки, потому что я потом не смогу его получить без обновы и нового героя. Вот так вот. Как-то так. Так, окей, что у нас интересного сегодня будет? Ну, как видите, у меня уже есть Орион на максималке, и мне осталось собрать бо с трофеев. Не знаю, вроде такое ничего, мне тоже нравится. Пассивка. Что у него за пассивка? Может издалека заметить, спрятавшись в кустах врагов. Навык также действует на его товарищей по команде. Вот так вот. Так, ну и спайка, стрелок, тоже довольно-таки интересный, но я мало их видел. Ну а сегодня у нас будет, ребята, угадайте кто. Сегодня у нас вот так вот дали бонусом ворона, можно уже его получить. Я думаю, следующий у меня будет спайк, и в принципе, думаю, там день-два. И у меня будут все. Вот так вот, в принципе, не прошло недели у нас, в принципе, да, как раз неделя, у нас все бойцы уже на максималке. Надо только добрать кубки сегодня, вчера мы апнулись уже неплохо, ну и сегодня добить до 2800, и можно будет открывать полностью всех. Так, что у нас интересного есть? Давайте откроем мегаящик. Так, 200, динамайт, и на ворона 104. Ну, сейчас ворон у нас быстренько прокачается, x2. Почему быстро прокачается? Потому что, так, еще за 60 заберем. У меня уже некуда просто осколки открывать. Вот видите, ворон, билеты. Так, отлично, монетки есть, надо улучшить бойцов. Так, кого я там, Брока. Вдруг на него выпадет. Так, Брок готов. Динамайк 800 надо, да? Ну, поехали, будем пробовать, может на Брока что-то выпадет. Рикошета надо. Так, ну я пока его буду получать, в принципе, да, лучше. Так, очки. Тут мы все забрали. Не знаю, что у меня потом будет уже открываться. Наверное, магазин, только одни ящики останутся. И удвоители. Так, ворон. Виномайк 74. Вот, и сразу же, не успели, ребят, не успели открыть, сразу же получили звездную силу. Так, окей. Еще плюс один боец. А что у меня в итоге? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать. Ну, сейчас мы динамайка еще улучшим. И думаю, следующий магазин нам дадут бойца следующего, либо звездные силы остальные, которых мне не хватать будет. В принципе, думаю, за выходные уже аккаунт будет максимальный. Так, плюс 111, ворон плюс 120. Вот у меня динамайка сейчас прокачаю, ворона я пока... Не знаю, хочу динамайка прокачать, очень понравился герой, и открыть ему десятку ворона я оставлю до получения 2800. Так,
Возможно, мне и не хватит. Сейчас посмотрим. Двести 23. Ворон 52. Динамайк 93. Так, давайте мы его зайдем. Реально обалденнейший герой. Так. Ну, нам надо всего лишь 200, думаю, пару сундуков откроем. Мегабоксика. 298. 23 всего дали. Ворона 156. Каким тапом, чувствую, мы сейчас быстрее прокачаем ворона. Надо остановиться вовремя. Так, 74, отлично. Главное, за 1410 не вылезти. Думаю, не успеем. Так, 61. Плюс 91. Так, хорошо, поехали дальше. Динамайк, 61. Все, есть. Плюс 114, удвоитель. Так, окей, отлично, поехали его улучшим. А, не можем улучшить. Понял. Понял, принял. Давайте маленький. 1250 нам надо, да? Ой, маленький кейсик. Лучше маленькие открывать. Так, 46. Давайте еще один маленький. 43. 35. Все, отлично. 1250 у нас уже есть. Так, есть. Что у нас осталось? Джесси улучшить и рикошета. Так, ну и, соответственно, его. Так, а что у него по скинам интересного есть? О, ничего себе, за 300. Ну, думаю, надо брать. Вот так вот, Ворон Феникс. У нас уже есть. Так, ну давайте попробуем каточку имя, еще им не играл. Интересно. Сейчас, как обычно, сольемся, но это не критично. Так, окей. Вообще непонятно, как им бить. Ну такое что-то непонятное. 280. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, он интересный. Вот отлично. Ну так ничего, на первом уровне бегать, играть можно. Ай-яй-яй. Что-то я заигрался. Неудобно с компьютера вот этого бегать, играть, конечно. А добейте его.
жизни, конечно, у него фонарь. Жесткие ребята против нас. Ну, мой первый бой на нем. Короче, без вариантов, походу, здесь. Посмотрим, надо будет его докачать. Так, что там у нас в магазине? 1200. Поехали, прокачаем его немножко. Так, вот он у нас, восьмерка. Ворон бросает 3 кинжала, враги задеты транкер, постепенно теряют здоровье. Кинжал, так. Посмотрим. Поехали еще разок. Попробуем. Сейчас должно быть все намного лучше. Ну, так уже получше. Не успел, блин. Ну, такое, не знаю. Интересный, конечно, персонаж. Сольемся по-любому. Ну, не знаю, играть можно только, конечно, без этого. Вот так вот. Ну, в принципе, интересно, похож на Спайка. Все осталось там только кактуса получить, ибо... И можно будет уже дальше развлекаться. Все, в принципе, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.